Доброго времени суток, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале и продолжаем выживание в 7 Days to Die. У нас тут 21 день уже подходит к концу. И ночь скоро будет. Ордой лютой бешеной. Я тут занимаюсь выплавкой стали, потому что она нужна будет на ремонт. Закинул еще ресурсов, чтобы это дело все вплавлялось, производилось. Что еще? Заказать 22, наверное, вот так. Там цемент... Уже слитки стали, это в любом случае понадобится. И здесь еще один создался, хорошо, это я тогда забираю. Броню Лехи взял, коктейли взял, эти взял, в общем-то все. Атомная дурь тоже есть. Бомбочек может даже и не хватит на этот эффект. Купил еще на обратном пути у торговца дедушкин эликсир для учебы, чтобы опыт... бустануть нормально так. И отправляюсь. Леха там занимается оборудованием. Блоки улучшает до бетона. Ставит электропост. Будем закидывать их. Осталось 2 часа игровых до Орды, поэтому надо ехать уже. Все-таки целых 700 метров надо преодолеть. Мотоцикл, конечно, очень быстро преодолевает эти расстояния. Ну и топливо, кстати, у него расходуется. Ого-го. Придется с ланца прям покопать. 5% топлива осталось у меня всего лишь. Ну туда-сюда постоянно катаемся. Это надо привести, то вот это. Это уже не дырщик. Уже нормальная техника. Тут надо поворачивать. Паркуемся. Все, я прибыл, привез сталин, привез тебе броню. Патронов привез? Привез патронов, привез. И почему до сих пор еще роботизированный молот не поставил? Потому что занят был другим. Оружейный возьми и поставь. Да, возле двери. Я был более важными делами. Хорошо. Давай мне патроны. Броню сюда. Патроны вот так вот. Всё. А, еще подожди, эликсир учебы. Как его разделить? Ты его не выпил ненароком. Нажимаешь так, правой кнопкой. А где твой? Чего не стоит? Потому что я его сюда ставить не буду. Ты возле двери ставь его куда-нибудь. Ну, возле двери. Отпихивала. Ставлю. Желательно к этой стенке. Ну, он одного будет отпихивать. Ну, какая разница? Некоторых будет отпихивать уже хорошо. По-моему, ни одного он отпихивает, а толпу. Нормально пойдет. Так, надо эту защиту проверить. Давай, на тебе сейчас проверим. На мне? Сейчас. Включу. Да, может, не надо на мне? Чуть-чуть тебя. Ладно, включай. Не работает. Можешь. А, походу вот тот сломанный, который снизу. Блин.
На, стали, А возьми. как мне два? Возьми стали. Где у тебя он? Давай. Один уже. Сейчас устал. Вот тут. Ну да, вот он. Слышно его. Ага. Ай-яй-яй! Вот. Все. Больно бьется. То есть вот этот поломался, блин. Так он второй. Получается, так как они бегут по той линии, ломается тот, который следующий к концу. Блин. Тут сидеть я не могу. Ну понятно, что не можешь. Ну ладно, что поделать, что не поделаешь. Пойдем. Это знаешь, как надо делать? Это же как раз с этой стороны. То есть мы можем здесь заблокировать полностью. Тут хорошо защищено. А вот эту стенку проломить, и у меня будет доступ к этому. Понял, ту стенку? Это же как раз находится вот здесь. Вот она. Вот эту стенку внутреннюю проломить. Ой, ё-моё. Не бейте в меня, я ж свой. Так, сейчас откручу. Сейчас включу, зайдешь, да. Все, выключил, заходи. Зашел я. Че, куда заходить-то надо? Короче, вот эту стенку надо проломить. Вот так вот. Сюда, в эту сторону. Но сейчас уже не успею. И туда смогу проходить. Ну, все, забудь там тогда. Успею. И там хорошо защитить, в эту сторону. И тогда я смогу ее чинить. Ну сейчас уже не успею. Ладно, поздно я сообразил. Самое главное, что какое-то время проработает, уже хорошо. Да, чуть-чуть поработает и все. Можно заходи, попытаться. Закрывай все двери, все окна. А что ты сам? А, ты отсюда прям закрываешь? Тема. Да, можно. Можно попытаться вот здесь вот сверху продолбить. А, ну это перестраивать надо будет. Вот это надо повесить вот сюда на эту стеночку, а здесь сделать дырку и, может быть, дотянется ремонтировать отсюда. Ну вряд ли. Ну ладно. Там, ну не дотянешься ты. Ну что получилось, стоит. То получилось, бог с ним. Ну да. Уже все, поздно. В следующий раз. Ну уже в бункере будем в следующий раз. Да. Как раз осталось мне 5 минут игровых кофе налить. Хорошо. Включай защиту. На генераторе включи. Включишь сам. Включать-то заранее, чтобы оно портилось, ломалось. Зачем? Нам такое не надо. Эликсир учебы. Все, понеслась. О! Так. Пам-пам. Пам-пам. Сразу военный. Закидываем. Молотом. Еху! Так, ладно, эликсир учебы. Поехали. Будем учиться. Блин, конечно, жестко. В этой турели отдача просто бешеная.
Хэмбес. Ну, селектор защита это вообще шикарно. Если бы, блин, она не ломалась, то там было бы всю ночь легчайше победить. Ладно, буду с пистолетом, потому что это не вариант, отбрасывает сильно. О, куда она полезла, нифига себе, наверх. А куда она полезла? Блин, у меня в этом пистолете радиационная штука не стоит. Я, по-моему, в дубинке есть, ну-ка надо переставить, да, в дубинке есть. Я так думаю, прибегут веселые ребята. Единственное, что плохо, что когда они горят, ни хрена не видно. Прицелиться особо невозможно. Пушка шикарная, если бы не эта лютая отдача, было бы вообще хорошо. Куда ты, блин, зараза, лезешь? Не лази туда. Я, кстати, уже прокачался один раз. Так, пойду я попробую поремонтирую, может быть, все-таки она заремонтировалась. Попробуй. Там демоны начали всякие прибегать, что ли? Он зачем-то туда залазит, а потом спрыгивает зомбак. Все, сломалось уже. Прошивает просто по красоте. Что нам они ломятся? Да. Что, они сломали уже одну? Тут ничего не говоришь. Я не вижу отсюда, что они там сломали. Тут дверь сломали одну. Га, они быстрые. И очи. Прорываются. Никакой защиты нету и все. Стреляй, поджигай, побеждай. Побеждать? Хорошо. Тут очень сильный напор. Я только успеваю ремонтировать. Иди сюда, остановись и стреляй. Чё ты не стреляешь-то, не пойму. Я стреляю. Чего ты взял, что не я не слышу. Стреляю? Не слышу. Стрельбы. Плохо. Я с пушки потому что бью, а не с пистолета. Она более тихая. А, ну у меня тут такой грохот стоит. Я ничего не слышу.
Тут шикарная позиция стрелять, Рома. Шикарная позиция вообще. Да, шикарная позиция стрелять, но кидать коктейли не подходит вообще. Будем себе под ноги кидать, поджигаться. Блин, случайно улучшил блок. Вот. В этом, конечно, неудобно. Улучшил блок стали. Теперь надо сталь тратить. Блин, ну такое себе, конечно, сталь тратить. Так, еще толпа понабежала. Давайте, ловите. Зажигательного. Подкинул он. Да-то они там залазят уже. Опыта, конечно, прилипает, просто охренеть. Так, ну что, надо еще один коктейль учебы. Первый уже закончился. Еще один. Подучимся немножко. Incoming enemy. Молоток тоже шикарно помогает, пихает их туда. Это что, неудобно, если бы я турель поставил, она очень быстро, во-первых, патроны расстреляет, 119 штук. А забрать я ее назад уже не смогу. А у меня на нее патронов много, поэтому я бью с нее. Руки. Отдача, конечно, бешеная. Дергает, блин, перед глазами постоянно. Не очень мне это нравится. Зато бронебойные патроны. Так, вот, толпа прибежала. Поджигаем. Приходится слишком часто не стрелять, чтобы возвращать прицел на место. 43 уровень. О, плюется. Ну, с пистолета стреляй. Откуда он плюет? Оттуда, понятно. Пистолету еще я дойду. Взорвался. Сейчас бронебойные потрачу. 500 патронов. Шариков. О, прибежала новая толпа. Давай. Зажигательного вам. Ох, весело. О, я придумал. Чего ты придумал? Тут меня бьет. Сейчас. Скажу тебе, что. Уже два полицейских. Бьются гады. А как вы меня бьете-то, блин? Ничего, полечишься. Я горю. А, от огня ты получишь? Я не знаю от чего. Prepare conflict. Incoming enemy. Бабах! Так, ладно, перезарядка.
буду с пистолета бить. О, опять толпа прибежала. Зажигательного надо им добавить. Ну, почти час ночи уже. Еще 3 часика с копейками. Ну, продержимся. Там уже столько мешочков этих валяется. Просто абзац. Правда, синенький всего один. В этот раз удобнее, они все в одно место ломятся, они расползаются туда-сюда. Зарядка. Да, до меня достают. Ну, мне бы тут, конечно, чуть-чуть две клетки иметь, а не одну. Надо бомбочки. Бомбочки мне на атомную вот эту вот приколдесу. Скоро уже будем пользоваться бомбочками, их развлекать. Сейчас учеба закончится. Будет бомбочками под атомной дурью. У меня что, коктейли закончились тут? Давай так. Махмуд, зажигай. Все. Горят. Рома, иди поремонтируй дверь. Встань сюда. А кто будет их поджигать? Мне надо сходить ненадолго, они прорвут, если я отсюда уйду. Куда ты собрался? Подключу электрозащиту. Хорошо, сейчас зажигаю, иду. Так у меня ж нету стали с собой, как я буду ремонтировать? Бетон и железо надо. Вот. Нет у меня ни бетона, ни железа, ты же ремонтником был. Тут нету нигде. Задолбали меня бить. Просто стоишь там, получаешь все время. Ладно, я рискнул. Ремонт. Давай, давай. Все. О, заработало. Где ты там починил? Потом расскажу. У тебя созрел план? Ага. Дверь, конечно, еле выдержала. Сверху он там кто-то пытается копать. Бах! Взорвался полицай. Работает? Работает. Работает, работает. Так, давай вот это вот использовать. Ловите, гады! Ой, не туда. Надо дальше. Оп. Вот так вот. Бам. Хорошо. Еще одну ловите. Ё-моё, да жесть. Первятники где-то. Ломали, где-то. Походу, мою это. Твои взрывы, блин, сломали мою защиту, ё-моё.
Ну, блин, по блокам там 5 урона всего. Бах! Хорошо. Давай. Бах! Бах! 6000 опыта. Ух ты, сколько вас понабежало. Ловите еще. Бам! Мало. Еще одну. О, другое дело. Ха-ха-ха, полицейского молоток толкает, он ничего не может сделать. Красота. Полицейские, скорее всего, когда взрываются, они много урона по блокам наносят. Поэтому ломается быстро. Да что такой толстячок прям, ладно. Бам. Хорошо. Блин, я тех, которые внутри, даже не вижу. Опять заработало. Ну, ремонтник. Они тут ко мне прорвались. Прорвались уже? Ну отступай. Они с другой стороны прорвались. Все равно отступай. С этой стороны уже не бегут даже. А, нет, бегут. Взрывать даже некого. Где там взрывать кого? Ебать их там. Прямо много? Непонятно. Я вообще. Ой, никого. Беда! Теперь точно прорвались. Все, отступил. Ой, беда, ой, беда. Да, трындец. Здесь вообще неудобно их атаковать. Попробую, конечно, кинуть бомбу. Оп. Отхожу. Бам.
Сильно тебя бафнуло? Нет, дрона убери, он мешает. Хорошо. Пойди за мной. Иди сюда. Да ну хватит. Так, отходи, зажигательную кидаю. Это неприятно, блин, что они прорвались сюда вообще. Ой, сейчас взорвется, гад! Нет, 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 не взрывайся! Зараза, взорвался все-таки. А, у меня еще пистолет сломался, надо починить. Коктейльчик. Оп. Что, сверху там вороны пробивают? Да-да-да-да-да. Ну, вороны мало по блокам бьют. А ты поставь прям ее, и пусть она стреляет. Там, у тебя блок поставлю сзади. Иди. Иди. Так она уже бьет. Вот сюда ее поставь, а мы не будем стрелять, чтобы она не мешала. Хорошо. Зажигательные. Кидаю. Отходи. Обороняемся. Ох, оба... А, я в свою же турельку бью. Всё, ладно, надо вот так вот. Накидывает нормально. Чё он там, ползает что ли? Прячется от турели, хитрый какой, а? А ну не смей. Все, уже патроны закончились, ладно, выбираю. Зарядить. Давай. Коктейль кидаю. Опыта, конечно, с них наваливают. Офигеть просто. Вот так же надо, только вместо этой дробовик автоматически. И он будет наваливать. Пули же закончились. Оп. Скорость атаки, конечно, лютая у нее. Там одни фералы несут в основном. О! Приперлись! Откуда это? Здесь где-то проломили, что ли? Я там залезли, скорее всего. Да, стенку пробили. Ну и ладно. Я отсюда тоже буду атаковать. Так уже все, ночь кончилась.
4 утра. Да, я знаю. Давай, выходи сюда. Это надо забрать. Лестницы. Это забрать. Это. Давай уже умирай. А, это ты ж поставил. Все. Все. Теперь осталось собрать. Дробовик из трубы 4 уровня. Так, планета технологий. Бесполезно. Ронник. Так, подожди, подожди, не собирай. Все. Сейчас я бум-палку прокачаю. Дробовик. И после этого соберу. Что, 3 уровня все. Мне дробовик дадут. Прогрызли с этой стороны. Или ты тут бегал, чинил, или они все-таки пробили? Сейчас все расскажу, слишком много вопросов. Ладно. Смотри, значит. Книжек насыпали целую кучу. Они какого-то черта решили ломиться сюда, хотя здесь как бы два блока, но они каменные. Каменные блоки это мало, это 1500 всего. Если бы они были здесь бетонами, никто бы сюда не полез. Они полезли. А, ну я ж тут, естественно, не забрал эти блоки вот эти вот, по которым запрыгивать. Они туда. Я забрал залезли. Блоки. А, ты забирал? Да. Ну они, короче, первый десантировался отсюда, отсюда. Вот, вот этот блок. Я его заложил. Я тут сам пробил эту стенку, чтобы починить. Вот здесь стоял электропост, я его починил, заработал. Потом... Опять тут сумок, конечно, насыпали. Первый раз я пошел вот сюда. Сюда вышел, я так выбежал, залез вот в эту штуку, взял провод от нее, от поста взял провод, и притащил его вот сюда, вниз, и вот тут поставил пост, вот прямо на земле, и подключил его, ну вот тут, вот он. Перед дверью. И, ну, естественно, он начал их бить. Потом ты там бомбами закидал, что-то взорвалось, она сломалась. Полицейские взрываются прямо здесь. Да, они по блокам много урона наносят, полицейские. Поэтому она сломалась. Ну, по-хорошему, по-нормальному, знаешь, как надо делать? Ставишь там пост, нормально там стоит, и вот тут где-нибудь пост, подальше. И вот это вот освобождаешь место, чтобы можно было отходить. Они прям в упор тут стоят. Я вот тут стою, они вот здесь вот кублятся все, прям, понимаешь, да? Вот эти пытаются сюда пролезть, и мне достается, потому что они там рядом, они как-то там руками загребущими атакуют. А мне ж некуда деваться, я не могу. Ну понятно, что некуда. Короче, получал все время. И все. Ну хорошо, забираем молоток. Роботизированный. Да, поехали отсюда. Инвентарь заполнен. Так, на тебе книжки почитай. Три штучки. Копия, на, ты будешь копия делать. Так, это у меня уже изучено, тоже изучаю. Так, кстати, книжку интересную на дыбо вот принесли зомбаки. Сокровища пустоши. Из волокна можно делать ткань. Просто из кустов. Из волокна. Ну, из обычной травы. Из травы. Это хорошо, интересно. Это очень хорошо. Мощно, да? Ты мир инструментов изучаешь? На тебе. Да, очень мощно. Изучаю вот это тоже. Железные инструменты. Качество 5. Так, а здесь еще электроловушки у меня есть. Книжек. Ну все. Лоток забирай, да поехали. Ну. А, стоп, поехали. Дрона надо забрать. Я же ему сказал, стой здесь.
Он тут и останется. А он Ну, если целых мы здесь больше не 10%. будем отбиваться, то надо забирать отсюда все электропосты, снимать генератор, вместо всем, да и все. Может, будем строиться там, сюда, в бункере. As you wish. Вообще, да. Ага. Ну, все, ну, генератор все. По-любому надо забрать. Ну да, посты дешевые. Посты ты же умеешь делать там, правильно? Да. Посты Ну, сделаем. все. Я уже и боеды могу делать. Или подожди, посты. Сейчас я скажу точно. Электроловушки. Ну да, посты, ловушка с дротиками и вот эти ловушки с клинками, блейды. Их я могу делать. Я уже скоро могу и дробовики делать, в общем-то. Автоматически. Ну, на эти дробовики-то нужны патроны не говняные, вот эти шарики, а настоящие патроны, которые из пороха делаются дорого. Это ж не на пистолет пульки дешевые. Ну, пока не-не-не, оно и эффективное. Так, нам надо вот так вот проехать, потом поворот. Че, я все забрал? Отсюда. Можем он по пути еще квест выполнить 135 метров. Можем. Это квест на нашествие. Да, вот он. Паркуемся. Немножко разлутаться. Я назад возвращаю бомбы. Вот байцы. Автомат. Еще патронов. Остальные пульки. А где? Как? Нету. А, вот они, все. А выпить? Ну, жесткая ночь получилась, прямо. Кое-как. Ломились! Трындец. Ну, кстати, в первую ночь какие-то песики адские прибегали, а сейчас полицейские в основном, ну и фералы. Ну, обычные зомбаки. Может ну, быть, военных полно там приходило, вот этих, которые... Супервоенные. Радиоактивных не было, ни одного я не видел. Просто фералы. Что за обновление? Баланс поменяли. Конфигурация. Я тебя жду, в общем-то. Я еду, в общем-то. Хорошо. Тут еще вот этот цемент, походу, да, надо будет выкопать. Цемент. Лопата с собой. Да. Это цемент надо раскапывать. А будем квест запускать. Цемент. Тут еще будет цемент, я думаю. Стройка. Да все забирать. 96 цемента набрал. Ну это много. 960 камней. Ну и делается долго он. Оп. 960 камней это немного. Ну, делается долго, вот это да. Так, тут продукты. Ну, кстати, сразу скушать. Ну, может быть, в доме, конечно, еще цемент. Даже, скорее всего, вот цемент, например, да? Это... Вот это 30 тысяч. Принаси. Вот цемент еще с этой стороны. Тут тысячная дверь. И второй этаж.
А сделай вот это вот. Из травы. Ткань. Сколько ткань? Там надо? Ткань нужна? Или ты хочешь мне протестить? Мне интересно. Мне интересно, сколько тратится. Сейчас. Земля. У меня-то нету волокна. На волокно сначала добыть. На себе. Волокно. Ладно, нет, у меня тоже волокно. Где? Две штуки. Да нету, иди добудь. На улице. А вот, кстати, ткань, смотри, сколько ткани. 50 тканей мне со мной. Надо брать. Ткань нужна. Ткань очень даже пригодится. И я пошел. Master, we are not alone. Оп. Забираем. 8 пулек, да уж. Еще занимательная механика, хорошо. Ну все, открываем двери. Идем задание выполнить. Цемент раскопал ты? Все. Угу. Ну, в сумме получилось 230. Ну, уже что-то. 1300 камушков. Ну, для тех, кто не прокачивает добычу, это дофига. Это прям очень много. Ну, да. Ну, слава богу, мы не из них. Вы находите на тебе, везучий искатель. На тебе вот это вот, на тебе вот это вот, все, изучи. Я запускаю нашествие. Хопа. Ой. Ирал. Змея где-то. Все, ты сдох. Еще один. Отлетают они, конечно, просто по красоте. О, еще где-то. Это изи, Ирал. Да что ж такое? А, змея. Ну давай мясо тогда. Все. Он не сдох. Он теперь без ноги. Птичка. На тебя, сзади. На. О, две ведьмы пришли. А вы чё приперли сюда? Ага. Странно. Как бы добыча 10 навыков я ободрался. Да немало. На добычу. Такие затраты должны окупаться. Фирал лежит. Куда ты пошел? За мной он, видимо. Я его скинул со второго этажа. Ага. Ну что. Он решил снова подняться, видимо. Это забираем. Открой дверь. Уже снизу. Ну нет, я наверху. А, наверху. Ну, давай открою. Спущусь сейчас. Все. Открываю. Демоны окружают меня. Ага. Хитрый по ногам бьет. Ишь ты. Ну там наверху надо будет бетон и ткань собрать. О, в этот раз ящик. Ящик красивый. 271 патрон. Одного вида тут. Еще там по чуть-чуть. Нифига себе ящик. Хорош.
Сокровища свалки, мир инструментов, сланец. Тут за домом еще. А, ты уже собрал, да, цемент? Хорошо. Че, конец собрал? Ну все, тогда уезжаем. Больше делать нечего. Надо выкинуть. Тут еще надо почтовый ящик. Планета технологий, нормально. О, идеи, витаминки. Скорая помощь. Поехали! Правильно я еду. Ну, плюс-минус, да. Ну, вот таки хорошо едет. Лучше, чем дырчик. Блин, куда ты? Курка! Курка, стой! Блин, сразу попряталась. Во хитрая, зараза, а? Все, победил. Победил? Придавил ее маленько. Ну, еще будет мяско. Мяско нам надо. Почтовый ящик не собранный в кассе. Электроловушки. Двести 70 патронов, это прям вообще меня порадовало. В контейнере. Еще других патронов там около 50. Модификатор, который можно продать. Даже такие самодельные бомбы в них? Да. Я возьму награду здесь. Не слабовато пробивает. Две бомбы убивает толпу обычных. Так, тут ничего не появилось. Тут... О, вот это надо брать. Атомная дуль. Дробитель черепов. Ну, как-то так. Ну-ка, дядька. Что ты мне дашь? 5 коктейлей, 100 патронов. Таких, 60 патронов других. Давай 100 патронов. Так, квестик второго уровня. У меня ж... Пал уровень, блин, квестов почему-то после обновы. Закопанные припасы, нашествие. Вот, давай нашествие. Hey, jerk. Good luck. You better not make me regret this. Собиратель продает. Парусину. А, у него Бери. Обновилось. Надо взять тогда. Ну-ка, дядь. Ключ, ты щетка есть второго уровня. Да, ты с ним разговариваешь. Думаю, что за фигня, не хочет он со мной общаться. Ты не можешь, когда я разговариваю? Молотобоец, 3 штуки есть. А, ну, молотобоец у меня остальное 5 уровня уже. Бессмысленно изучать. Мир инструментов можно купить, 3 штуки у него. Броник. В общем, заходи, книжки покупай и эти моды на воды тоже. Денег мастер броник, мир инструментов. Я электрик. Тема. О, грузоподъемности на дрона. Вот это надо брать. Вот это я, пожалуй, возьму. Это прям хорошо. Моды на сборщик. Он моды продает. Давай посмотрим. Да, очиститель воды. Парусина.
в инструментах. Ну, парусину надо купить. Там больше ничего не надо. Так, тут. Ну там парусина и второе, что там. Ну, там скорость. Ладно, давай возьму тоже второй. В общем-то дешевле. Собиратель, который... Ну, мы так часто не бегаем за водой, поэтому собиратель не особо полезно. Кай будет, тебе что, жалко? Да нет. Не будь жаден. Берем, ох, берем. Уже все. Уже не бомж. Уже дорого-богато живем. Уже есть и патроны, средний. Есть бомбы, коктейли Молотова. Среднего развития. Книжки, ну, все изучены, мотоциклы. Тебе. Да, средний уровень, машины пока нету, оружия хорошего нету. Есть еще дефицит некоторый. Ну, например, можно наторговать дюков и поехать торговцам прокатиться на мотоцикле уже вполне можно. И к одному. О, и началось, к второму. Началось. Магия началась. Оп, магия? Прогрузилась. Да, я такую магию уже встречал. Хорошо, осталось только разгрузиться. И красота. Ну и на этом, друзья, давайте остановимся пока что. Всем спасибо за внимание и покедова.